Господа, приветствую. За время ведения канала бои медленно, но верно у меня начали ассоциироваться с трэш-током и скандалами. Отчасти. И могу сказать, что это не совсем прям-таки плохо. Смотрите, как интересно получается. Скандалы сами по себе это плохо, но они продвигают промоушен и ММА в целом. И я часто задумываюсь, неужели все так печально, что нельзя продвинуть бои без трэш-тока и скандалов? И в такие моменты я просто вспоминаю бои Федора Емельяненко и с облегчением выдыхаю. Конечно, можно. А в конце мы с вами поговорим о нашумевшем бое Караханян-Нагибин. Ролик сделан при поддержке 1xBet. Здесь все самые топовые бои. Переходи к спонсору и покажи, за кого ты. Не пропусти бои любимых бойцов. Поддержи их и получай бонусы от 1xBet. 25 ноября UFC Fight Night 141 Алистар Аверим проведет поединок против дебютанта UFC 26-летнего Сергея Павловича. Карьера Сергея началась лишь 4 года назад, но за столь краткий срок он успел завоевать и защитить титул чемпиона тяжелого веса Fight Nights Global, выиграв во всех своих 12 поединках. Несмотря на это, Аверим ничего не знал о россиянине, когда ему предложили поединок. Аверим в субботу постарается показать, что после почти 20 лет в единоборствах он все еще способен соперничать с молодыми и не знавшими поражений бойцами. Перед боем с россиянином Сергеем Павловичем Алистар поделился мнением о своем сопернике и о своей карьере. Про карьеру он сказал, что она длится вечность, верно? 25 лет тренировок, 20 лет соревнований и почти 9 лет на высшем уровне. И я все еще не наелся. Я все еще люблю это занятие. И в субботу я это покажу. Это стиль жизни, это постоянное совершенствование как бойца смешанных единоборств. Смена лагеря показала мне, что я не прекратил учиться, так и должно быть. Есть для меня еще работа, у меня не бывает состояния, когда я не знаю, чем заняться. Работы куча. Я все еще чувствую страсть и энергию, я не буду обсуждать титулы и все остальное, я буду обсуждать уничтожение соперника в субботу, после чего уже все будет возможно. Я неудобный соперник во многих аспектах, но он этого не узнает, потому что он смотрит на два моих последних боя и думает, а я могу этого парня побить. Но сражение будет иным, он физически сильный парень и, вероятно, владеет понемногу всеми навыками, стойка и партер. Но для меня это не важно, я его изучал. Не могу сказать, что он меня впечатлил, как и не могу сказать, что не впечатлил. Просто передо мной есть работа в субботу. Это его дебют в UFC, я ничего не знаю о нем, так что мне пришлось погуглить, чтобы понять, в чем суть, сказал Аверим. Он не побежден, так что он будет мотивирован, он молодой, сильный боец. Я всегда соглашаюсь на бои с такими парнями. Фанаты могут ожидать очень зрелищный бой. Я одолею его досрочно. Бой не пройдет всю дистанцию. Это будет досрочная победа. Самая странная история последнего месяца – бой между Флойдом и Нацукавой. Изначально планировалось, что бой пройдет с интересными правилами, разрешающими только удары руками и ногами. Флойд отменил этот матч, посчитав, что его надули, ведь он не планировал делать так, что его поединок будет транслироваться по всему миру, а лишь для закрытой и обеспеченной публики. Казалось, что поединку конец, однако Теншин и его промоутеры утверждают, что Мэйвезер вновь согласен драться. Дабы раскрутить поединок, непобежденный японский кикбоксер пригрозил Флойду. Окей, Флойд, звучит как окей, Гугл. Посмотри на это под другим углом. Я знаю, что мы сделаем это. Мне есть что тебе доказывать. Тебе не стоит меня недооценивать. Моя скорость против твоего опыта. 20-летний Теншин обладает рекордом 27-0, проведя по правилам ММА 4 поединка. В двух из них он нокаутировал соперников, один раз выиграл решением и один раз сабмишеном. Организация ACB провела заседание дисциплинарного комитета по результатам шоу ACB 90. Заседание было посвящено бою Тимура Нагибина против Георгия Караханяна. Для тех, кто не знает, что произошло, делаю небольшую вставочку из нашего прошлого ролика. Под одним из постов в инстаграме ACB Тимур очень своеобразно подметил предрасположенность Караханяна к борьбе, назвав его фетишистом. По всей видимости, Георгию это не понравилось, и он начал жестить. Нагибина настолько удивила реакция Караханяна, что он больше не говорил в адрес Георгия ничего оскорбительного, намекал на их возможную драку до или после боя и очень злился в те моменты, когда они оказывались лицом к лицу. Караханяну и Нагибину никто препятствий не чинил. Они жили в одном отеле, должны были есть в одной столовой и гонять вес в одном зале. Но Тимур сделал так, что им не пришлось часто пересекаться. Он говорит: «Я специально старался находиться с ним рядом как можно меньше. Например, когда ехали на бой, я отдельно взял такси, знал, что могу сорваться.
бокса. Вдруг что-то не то скажет. Понимал, что надо держать себя в руках, говорит Нагибин. Тем не менее, провести церемонию face-to-face на взвешивании друг без друга было сложно, как вы понимаете. И они встретились. ACB второй раз опробовала систему платных трансляций. Первый раз у них не получилось. На сентябрьском турнире, по словам организаторов, не выдержала система. В этот раз люди, заплатившие 200 рублей, все-таки смогли посмотреть то, за что в России никто раньше не рисковал брать деньги. И так вышло, что открывал pay-per-view эксперимент именно бой Караханяна и Нагибина. Уже к концу первого раунда, я думаю, никто не пожалел о потраченных средствах. Нагибин здорово смотрелся в стойке, один раз потряс Георгия и несколько раз успешно защитился от перевода в партер. Однако на последней минуте раунда Караханяну удалось затащить Тимура на канвас. За 10 секунд до конца он вроде бы взял Нагибина на удушающий прием и начал общаться с рефери, отмечая, что Тимур сдался. Прозвучал гонг, судья вмешался. Нагибин всем своим видом дал понять, что сдачи не было. В подтверждение своих слов он отправил Караханяна в нокдаун. После 10-минутных разбирательств Нагибина дисквалифицировали и отдали победу Георгию. Состав дисциплинарного комитета атлетической комиссии ACB вошло много людей, в том числе и Херб Дин, это главный рефери ACB, руководитель атлетической комиссии, вице-президент лиги, комментаторы, главный судья, а также врач. Давайте я вам сейчас зачитаю такую сухую официальную информацию, но она, конечно же, будет понятна. Собственно, это и есть вся информация по данному делу. Внеочередное заседание комитета провелось по фактам дисциплинарно-этического поведения бойцов-участников турнира ACB 90 Тимура Нагибина, Георгия Караханяна. Итоги заседания. По петиции Тимура Нагибина дисквалификацию оставить в силе. Второе. Георгий Караханян за вопиющее неспортивное поведение, проявление до боя и во время боя, за симуляцию и попытку ввести рефери в заблуждение, повлекшее за собой конфликтные ситуации в клетке и на самой арене, дисквалифицировать. Бой на ACB 90 признать несостоявшимся по причине дисквалификации обоих участников. На основании пункта 5G контракта между промоушеном и бойцом контракт расторгнуть, уволить из ACB. Вот так вот, друзья, мое мнение, конечно, что оба бойца не правы, не нужно было одному хитрить, а второму так отвечать, но судить я не берусь, думаю, никто из них не жалеет о том, что сделал, каждый из них будет отстаивать в будущем свою позицию. Тем не менее, по мне принято слишком жесткое решение. Можно было обойтись такой же дисквалификацией и назначить им еще один реванш, но решение есть решение. Жду ваше мнение в комментариях, что думаете по этому поводу. С вами были Звуки ММА, подписывайтесь, скоро к вам вернусь, пока.